have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Ладушки. Привет, привет! Сегодня мы, наверное, попробуем готовить бургеры. Мы обычно в такие режимы не заходим, по крайней мере, под запись. Так и надо зайти поиграть. Кидаешь картошку. Кстати, ты можешь пожарить себя, если зайти в аптеку. Спасибо, мне пока что... Я себе должен... дорог как память. Давай пожарим мясо. О, блин, а почему мясо уезжает? Ладно, надеюсь, оно изменит цвет. Тут у нас булочки, тут у нас тарелочки. Кому мы это все подаем? Давай, рассказывай. Людям, не поверишь. Слегка приготовленное. Давайте, хорошо приготовленное. О, идеально приготовленное. Я ниндзя мяса. Perfectly fried. Perfectly cooked. Perfectly. Жаль, что оно не... Подумаешь, она на пол упала. Не-не-не-не-не. Делаем как в настоящем... как в настоящем этом... в настоящей столовке. Правило 5 секунд. А я могу есть эту еду, нет? Ты на ней зарабатываешь. Какой есть? Так. Ты о чем? Кетчуп. Кетчуп. Давай. Кетчуп. Горчица. Этот звук просто... О, нет! А если я сейчас нажму и play? Я не знаю. Так, ты капнешь кетчупа. Вот, держи эту картошку. О! О! Да? Ну-ка. Так, на тарелку. Вот так. А! Это получается... Куда ты понес-то? Бум. К костомеру. Нет, стой, кепчук. Почему-то мне это все напоминает немножечко, знаете, вот эти вот игры с виртуальной реальностью, когда ты все делаешь очень криво, косо, но главное, что делаешь, и в конце концов раскидал пол кухни, но потом доволен. Стой, булка, не крутись. А как я его так положу? Все, нормально, хорош бургер. Правило 5 секунд. 5 секунд, как она упала, или 5 секунд, как я заметил? Хорошо, дайте тарелку. Где тарелки? Почему у нас две тарелки на такой огромной кухне? Сейчас надо убрать вот тут. А! О, круто. Ты спасибо. Дышь. Так, сейчас надо сделать бургер. Ты дышь? Что, фиксики тебе принесли тарелку? Так. Мяса нет! Погоди! Стой! Дай я. Так. На, забирай. Аккуратно. А почему? Это нужно сразу на тарелку. Почему оно... Булка, что в тебя? Не знаю, меня это бесит. Тарелка улетела. Она же разобьется. А это не разобьется сейчас. Я тебе об твою голову проверю. Погоди. Готовим на полу. Вы не понимаете, это сейчас тренд такой. Ваши посетители останутся довольны. Слушай, а если булочку поджарить? Нам нужен сыр. Какой сыр? Тут есть сыр, вот. Вот, сыр, смотри, сыр. Парень. Стой, оно прилипло! Отлепись! Я знаю, как это исправить. У тебя сыр ниндзя. Где тарелка? Так, булка, слайд-ли кук. Где тарелка? Булку... Проверь у себя в волосах. Погоди, о, кстати, булку жарить можно? Да, ну, булки ж прожариваются, ты чё? Они ж потом ароматнее становятся, вкуснее. Прожариваются. Слайд-ли кукт. Давай cooked. Сунем тебя в микроволновку. А перфектли кукт она будет или нет? Или просто кукт? Будет. Тут в холодильнике мясо есть, наверное, я так думаю. Тут в холодильнике по-любому что-то есть. Пя, пережаренная, оверкукт. Сгоревшая булка, зато хрустящая. О, тут мусорка есть. А это что? А, это капуста салат. Такая? Ну, салат, в смысле, да. Сыр, понятно. Кстати, тут можно крыс душить и замораживать. Кстати. Тут... Что? Микроволновка хотела сбежать. Оп. Давай положим туда что-то. Мы можем разогреть сырое мясо? Ну-ка, открой ее. Я не могу. Сейчас батюшка сам сделает. О, стой. Стой. Нет! Да. Оно не влезет. Дай мне котлету туда. Влезет. Помогите. Так. Зачем ты с этим... с горчицей? Нет, с горчицей. Стой, тут есть улица. Тут
потушитель. Чувак? Что? У меня для тебя новость. Стой, стой. Официантом будешь, стой. Погоди, погоди. А мы можем его заморозить, но потом... А потом он будет у нас дома с мороженым. Стой. Киса, киса, киса. Я могу запшикать? Киса, киса, киса. Так, мы можем кота в микроволновку положить? Он не надо, мы же не в постеле. Погоди, это, открой, открой холодильник. Как иди это? Сюда, открой холодильник. О! Ты, блин, где? Быстро сюда иди, открой холодильник. Отдай кота. Открой холодильник, он сейчас убежит. Я знаю. Будешь нашим официантом, чувак. Вот с ними поговори, они хотят бургеров. Приготовь, пожалуйста. Он убежал. Я не знаю, бургеры, короче, не фиксируются. Он не хочет делать свою работу, ах ты. Где ты, котяра? Мышей лови, крыс. Дерево нельзя. И ты тоже бургера хочешь? Давай, чувак, удачи. Стой! Я его когда-нибудь поймаю. Вот он, я его поймал. О, тут открыто. Я пошел пообедаю в ресторане. А ну стой! Стой! Я все еще пытаюсь. Кот гоняется за котом. Вот это рекурсия. Так. Что? По голове у тебя. Это, в принципе, произошло то, что должно... я убился через мусорку? Произошло то, что должно было, когда... Ой, я тут хочу кое-что сделать. Сейчас интересно, что-то случится. Подожди. Я сейчас вернусь. I'll be back. О! Я продал бургер! Молодец! Ну-ка. Мне за это даже заплатили. Это не то, что я заказывал. Чувак, радуйся, что ты не отравился. О, котяра по кухне бегает. Сейчас надо поджарить. Я думала, это я по кухне бегал. Я уже рассмотрелась такой, я не в кухне. Где этот секрет? Я хочу стать крысой. Сплинтер. Простите. Ладно, тут... Мы можем купить багет. Давай купим багет. Покупай. Я готовлю пока что. О, булка приготовилась. Так, тащим сюда. Так, что тут у нас есть? Тут багет есть. Да, тут так, есть багет. Так, кепчук. Сколько у меня денег в банке? Я же не бомж. Сколько у меня? 16 баксов! Мясо сгорит сейчас. Оверкукт. Прям по мне ударили. Мясо оверкукт. О, мы можем купить сыр и мышеловку. Нафиг. Где багет? Сыр. Сыр, успокойся, пожалуйста. Если одна булка будет пожаренная, а другая не пожаренная, никто же не обидится. Давай купим барбекю соус. Тарелку дай мне. А почему мне новую тарелку не дают? Plates required. Ну, у меня нет больше тарелок, что ли? Что, мне надо помыть тарелку? Кто сожрал тарелку, признавайтесь. Я кому-то из посетителей отдал. Так, ладно, у нас есть мойка. Сейчас, я тут барбекю соус. У нас есть мойка, но у нас нет тарелки, новую мне не отдают. Я, короче, купаюсь пока что здесь, погоди. Сейчас я приду, сейчас все будет. У нас нет тарелок. Сейчас батюшка все купит. Так, тарелки... Тут картошка, по-моему, которая уже, не знаю, 35 лет провалялась. О, значит, $1, спасибо, вы такой щедрый, иди нафиг. С Новым годом. Так, крыса! Лови крысу! Она по ресторану бегает! Кот, блин, ты чё? Крысу лови! Она еду крала. Зачем я на себя брызгаю? Выкинь. Так, вот. Apply. Кот по улице. Так вот же тарелки, ты чё? Ну я нажимала, но не вылазила. Да оно вылазит, блин, на правую кнопку мыши тыкай. Почему на правую? Ой, тут же картошка варилась, ее теперь нету с нами. Так. Я и вытащил вон те угли, которые раньше были картошкой. Что? О, у меня штаны пожарились. Где? Давай... Где мой сыр? Дай сыр. Давай кинем сыр сюда. Дай сыр. Ты что, американец, что ли? Я хочу расслабить сыр. Все, фрай жарить. О, перфектный фрай. Так. Стой. Это барбекю соус. Где барбекю соус? Да отойди, я не вижу из-за тебя ничего. Это я хочу подать блюдо. Все, чувак, вот, это новые гротескные бутеры, радуйся, до свидания. Подавай. Погоди, давай я хочу на тебя соус брызнуть.
Солёный очень. Уйди. Что? Деньги, да, чувак, ты сожрал что-то, отдай деньги. Отдай. Я плохо готовлю, прикинь, он мне скажет, что я плохо готовлю. Вот, держи картошку. Это обижает мои чувства. Прошлый чувак был вежливый, он заплатил. Я это сказал, что я плохо готовлю. Так. О, мне дали дополнительные деньги за то, что я дал чуваку соус картошки без соуса. Так, варим картошку, картошка, где картошка? Мне нужна картошка. Оно приклеивается, когда на тарелке. Смотри, 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 какая штука. Оно приклеивается. На, чувак, ты за это заплатишь. Вперед. Смотри, это произведение искусства, это не бургер. Ты не понимаешь мармок? Просто. Ко мне мармок зашел? К нам мармок зашел? Это было очень плохо, не буду врать. Что, блин? Мармок. Всего лишь мармок. Подумаешь. Я не помню мармока. Мармок. Привет, чувак. Мармок. Привет, мармок. А у него золотой шефский это. По-моему, он пришел спасать нас. Да, спасай, пожалуйста. Что ты пытаешься сделать? Я на тебя сейчас... Я на тебя кусок колбасы кину. А почему? Ну я же могу тебе... О, отдай колбасу. Ладно, еще кусочек лосося видай. Кстати, давай посмотрим, если... Что будет, если слишком долго на полу колбасу держать? Ничего не будет, крыс прибежит. Наверное. А где крыс? Давай крыс поймаем. Я хочу пожарить крысу. Мне кажется, что... Поджарить крысу? Да. Я хочу поджарить бутылку кетчупа. Не надо! Это не кетчуп! Отходи! Это барбекю! Вот кетчуп можешь пожарить. Крыса! Идеально приготовлено! Сюда коробка прилетела! Сюда коробки прилетают! Вот, держи свою картошку, животное. Ну дай мне деньги. 9 баксов! А если поджарить? 9 баксов! Мы богатые! Есть, коробки приехали. Шеф Рамзи заходил, просил передать. Наконец-таки хорошая еда, он так и сказал. Пропусти парочку слов. Блин, а соус... А что если... Давай пожарим кетчуп. Я хочу узнать, что будет, если пожарить. Зачем ты все это распаковал? Я не знаю, я ничего не распаковывал. Не надо кетчуп. Кетчуп. Не смей! Нет! Это барбекю, он дорогой, он 16 баксов стоит, ты чё? Вот кетчуп мне жалко. Так. Осторожнее падайте в эту мусорную корзину, хорошо? Обязательно. Кто раскидал хлеб? Не падай туда, там жесть. Кто раскидал хлеб? Я? Нет! Нет, это был не я. Слово даю. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Так, надо бы бургер приготовить, а то... Так, дай мне сыр, передай сыр, пожалуйста. Бери. Так, сыр. Сэй чиз. На коробках летает. Слушай, я не думаю, то, что он нас спасает. Я думаю, он все портит. Он не дает мне приготовить чизбургер. Где мой идеально приготовленный кусок мяса? Погоди. А я могу как-то сказать? Вот он, перфектли. Можно мне его подвинуть? Нет. Это мой мяс. Так. Так, чувак, это идеально приготовленный кусок мяса. Что наел? Я неправильно положил сыр за тебя. Ешь. Если ты скажешь, что это невкусно, я тебе не знаю, что сделать. О! Он, правда, не помнит, что он съел, но он мне дал деньги. Спасибо. Деньги это мое. Я заработать. Везде булки раскиданы. Булки раскиданы. Так, везде. Я заработал 4 бакса. Ты заработал 13. Мармок 23. Я 30 заработал, ты чё? Чувак, иди сюда. 14. Ладно, ладно. Допустим. То есть я продаю... Нет, уйдите, уйдите! Так. До свидания. Ешь! Как ты мог? О, это мои деньги. Что же делать? Как же быть? Да, еще 2 бакса. Так, жарим булочки. Слушай, вот так я понял, почему фастфуд победил, потому что делать абы как за 2 бакса гораздо выгоднее и быстрее, чем делать что-то крутое за 15 баксов. Просто
Булка, мясо, булка, поехали. Вкус, сами знаете чего. А где еще мясо? А, вот мясо. О, спасибо, мясо. О, это булка. Так, не смейте забирать мои булки. Да-да-да-да-да, булки. Я вас в мусорку кину. Слушай. Где моя пожаренная булка? Вот эта, которая? Нет! Булка. Я подам булку с горчицей. Он на себе микроволновку надел. На, приятного аппетита. Булка с горчицей, ребят. Вы не понимаете, это новая мода. Булка? А чё ты огорчил? Ой, чувак, картошку хочет. Где у нас там была эта сгоревшая в дупель картошка? Вот она. Эти дрова просто. Дай сюда. На. Я хочу посмотреть, могу ли я на этом заработать. Чувак, стой, он картошку. На. Вот. Они не будут есть без тарелки. Тьфу ты, блин, вредные какие. Картошка, это тарелка. Где мое мясо? Где моя сосиска? Так, это мое. Так что, пожалуйста. Картошечка первым классом. На, чувак. Все, приятного аппетита. Фух. Марумак, уйди. Я это плохо приготовил. Чувак, деньги давай сюда. Я на тебя порцию фри потратил. Да ну, хватит. Так. Тарелку. Это мне, она моя. Тарелку в студию. Не, хватит! Эта тварь, она... Прости, если ты наш подписчик, но нельзя же так делать. Так. Тарелку. Спасибо. Итак, у меня супер план. Нет! Спасибо. Мне нужен сыр, срочно. Так, булочка... На булку можно? Ладно, пофиг, нагорчим так. Так, отлично. И, короче, так сожру. Второй котлеты не будет. И так сойдет. Вот, ты картошку хотел, жри бургер. На, держи. Слушай, мы же ничего не заработаем. Я заработал 6 баксов. Это вкусно, вот, видишь? О, 6 баксов. Деньги! Слушай, я несу деньги! Если мы будем кидать в них сырой едой, они все равно будут это кушать. Я тебе о чем и говорю. Берешь просто тарелку, накидываешь туда две булки с кетчупом и все. А давай просто им давать сырые котлеты, ну-ка. Котлеты это деньги. А, котлеты... Засрань тарелку. Давай, сырая котлеты. Давай, пошел. Следующий. Сколько нам дадут? Вот, ты хотел картошку, получай сырую котлету и одну сырую булочку. Черствую. Что? Он даже не заплатил. Скажи спасибо, то, что тебе дали халявную котлету. Чувак, люди платят огромные деньги для того, чтобы получить мясо там, андеркукт и всякое такое. Вот, я еще никогда не ел жареное мясо. Кто кетчуп жарит? Ну-ка. Эть, булочка. Эть. С соусом все как надо, ребят, все по-честному. На, приятного аппетита. Ты мог бы это лучше приготовить? Мог бы, но я приготовил так, отдай деньги. Короче, нет, мясо тратить вообще не вариант. Смотри, что делаешь. Делаешь вот так тарелку, делаешь вот так булку, делаешь вот так кетчуп. Я сейчас делаю самый вредный бургер, который только можешь. Вот, быть. И ложишь сверху еще одну булку. Так, я сейчас. И все, это называется красный парус. На, чувак, у нас последний посетитель. По-моему, мы его сейчас просто спугнем, и все будет хорошо. Приятного аппетита. Не забудь вымокать хорошенько всю тарелку. Мы за это тоже заплатили. Это совсем не то, что я хотел. Чувак, в смысле не то, что ты хотел? Ты это... все равно должен это съесть. Это вкусно, и сам знаешь что. Давайте, валите отсюда. Следующий. Пожалуйста, можешь ли ко мне не подходить? Я вас очень прошу. Я делаю самый жирный и самый вредный бургер, который только может быть. Хватит! Не надо! Я очень старался над этим. Ты выкинул мой пожарный кран, этот пожартушитель. Как эта штука называется? А, ой, слушай, тут же есть это. Тут есть... О, я понял. Сейчас. Секунду. Где моя жареная булка? Ничего не знаю. Я... Вот эту тарелку мне сейчас кинули. По-моему, игра мне начала подыгрывать. Она поняла, как я играю эту тарелку. Фигак в тебя тарелку! Кто-то выкинул мою жареную булку!
Кто это был, признавайтесь? Я не выкинул. Придется жарить еще одну. Нет, кто-то... Стой! Бутенбан! Кто это сделал? Зачем? Тут мясо. А мясо приготовленное? Ну-ка, может я с этого еще и деньги получу? Держи, чувак. Ну, ты точно мечтал о таком. Есть. Кто-то выкинул мою булочку. Да, деньги. Где моя сосиска? Не-а. Итак, я заработал 10 баксов. Я хочу узнать... Я хочу сделать, наконец-таки, божественный бургер. Так что прошу вас, не бургер. Посмотрите на эту кухню. Просто посмотрите на эту кухню. У нас тут пирамид хэд. У нас тут чел из мака, который собственную ногу поджарил. Почистить кухню? Нет! Да. Нет! Я же так долго старался! Не надо! Сейчас посмотрим, как это произойдет. Вы же сейчас все... Не надо, пожалуйста. Тынь. Дайте мне хотя бы бургер. Недостаточно голосов, жаль. Так, тебе кетчупа подли, да, барбекю? Не трогай, не трогай. Отойди. Это ты отойди. А что он у тебя позеленел? Давай, побольше кетчупа прям. Нормально, он там один раз, и сыр еще положи. Там уже есть сыр, даже два. Все, отлично, спасибо. Кстати, это самый жирный бургер, там все было во фритюре. Давай, жри, тварь. Это надо подать американцу, да? Забирай. О, она такая, ребята, это что это было? Забирай бабло и иди ложи. Он крыс. Микроволновкой. Положи деньги. Да, конечно. Жареная нога. Кстати, привет, если ты наш подписчик. Привет. Ладно, ребят, я тогда думаю, что на этом подобное безумие пора заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Ешьте хорошую еду. Всем оладушек и всем покеда. Пока-пока.